Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Ну, кому саме він казав, чи проїдеш, чи не проїдеш, ми будемо з'ясовувати саме з експертом, якого долучаємо. Сергій Жирнов, старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ, долучається до ефіру 24-го. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Ну что ж, давайте будем говорить. Я хотел бы вот начать с Рамштайна, особенно в связи с тем, как Путин вот встречался с военкорами и рассказывал, как Украине будет сложно воевать без ВПК, с учетом того, что Запад как бы помогает, но долго на этом не уедешь. И очень иронично получается, что прямо сейчас мы видим, как Запад подписывается под тем, что он будет очень долго нам помогать. Вот хотелось бы ваш комментарий услышать по этому поводу. По поводу Рамштайна. Здесь все очень просто. В Рамштайне дают все то, что было предусмотрено дать в Рамштайне. Запад несколько раз уже повторял в лице самых видных представителей Запада, а именно президента Байдена, премьер-министра Великобритании, президента Соединенных Штатов Америки, канцлера ФРГ и так далее, что он будет помогать Украине ровно столько, сколько ей надо будет для полной победы над Российской Федерацией. В этом смысле ничего нового нету. А у Путина все тоже очень просто, потому что ему просто нечего сказать. И на самом деле с путинскими речами очень просто, чтобы их понимать. Надо поменять там, где он говорит «Россия», надо поменять «Украина», а там, где он говорит «Украина», надо поставить «Россия». И тогда все станет на свои места, потому что российский ВПК не работает. Российский ВПК работает очень плохо. У российского ВПК нет компонентов, необходимых для того, чтобы производить вооружение. У него есть серый импорт, осуществляющийся через Турцию, Иран, Китай и некоторые другие страны. Вот. Но Путин пытается скрыть свои проблемы и переложить на Украину точно такие же проблемы, что является неправдой, потому что за Украиной стоит 54 лет. Самые экономически развитые страны мира. Абсолютно так. Но вот вы интересную тему затронули насчет санкций, того, что Россия не может в полной мере обеспечить свой ВПК. Действительно, это так, но, знаете, не настолько, насколько бы нам хотелось, потому что продолжаются эти ракетные обстрелы. И я сейчас буду ссылаться на слова господина Ермака, который говорит, что в каждом российском калибре не менее 40 иностранных комплектующих. В этой связи также, если не ошибаюсь, 13-й пакет санкций должен быть введен, который как-то будет блокировать все происходящее. Ну и сюда также добавляем вот те страны, которые помогают обходить санкции. И тут же видим, что США тоже и с Ираном уже начинают какие-то взаимодействия делать. Ну и до этой новости мы тоже с вами дойдем. И также с Индией там есть некоторое касание, которое относится к беспилотникам, которые хочет получить Индия. И ведутся переговоры с американцами. Вот в этой связи интересно все же получится заблокировать России вот эту возможность обходить санкции, возможно, если не вот этим вот 13-м пакетом, то на каких-то других вариантах? Нет, я думаю, что нужно это рассматривать немножко по-другому. Понимаете, не идет речь о полной экономической блокаде Российской Федерации. Вот то, о чем вы говорите, самый эффективный способ добиться, так сказать, поражения России со стороны Запада, это установить полную экономическую блокаду, когда ни один российский товар не может выехать из России и ни один иностранный товар не может въехать в Россию. Вот это называется эффективный ответ. Такого ответа Запад не готов дать. Потому что, опять же, вот, когда мы говорим о коллективном Западе, это фигура речи. Нет никакого коллективного Запада. Потому что есть некие умозрительные схемы, которые мы в наших статьях, в наших экспертных оценках произносим. Но на самом деле за Украиной стоит 54 абсолютно разные страны. У каждой из этих 54 стран свой собственный подход, свое собственное государственное устройство, своя внутренняя политика, своя внешняя политика. И поэтому им договориться о том, о чем вы говорите, очень сложно. И уже то, что произошло, это уже чрезвычайная положительная вещь для Украины, потому что никогда раньше и такие страны не могли даже до этого договориться, до того, чего
что они готовы передать сейчас Украине, как они готовы воздействовать на другие страны. Потому что, грубо говоря, иначе речь идет о том, чтобы остановить, там, я не знаю, значительную часть мировой торговли. На это никто пойти не может. На это никто никогда не пойдет. И с другой стороны, вы знаете, это такая же история, как борьба с наркобаронами или там с организованной преступностью. У преступников всегда есть инициатива. Они всегда первые обходят законы, а затем правовые государства, которые с этим борются, принимают ответные решения. Таким образом, Россия разрабатывает новые серые схемы обхода санкций, и каждый раз, когда она их разрабатывает, затем, через несколько дней, недель, а может быть даже иногда и месяцев, получаются ответные меры. И это так устроено функционирование западных государств, потому что они являются правовым государством. И не надо от них ждать ничего другого. Поэтому не надо обманываться в том, что там вот завтра они все соединятся и скажут, все, мы всех наказываем. Потому что у Китая внешняя торговля 6 триллионов долларов в год. Половина из этой внешней торговли – это вот с этими самыми странами, которые поддерживают Украину. Что вы хотите, чтобы они все остановили всю свою торговлю с Китаем? Это, конечно, будет больно ударить по Китаю, но это ударит по Соединенным Штатам Америки. У США оборот с Китаем 800 миллиардов долларов. Вы хотите, чтобы США остановила эту торговлю с Китаем на 800 миллиардов? У Европы больше триллиона оборотов с Китаем. Вы что, хотите, чтобы Европа остановила свою торговлю с Китаем? Это нереально. И поэтому не следует себя обманывать, говоря об этих санкциях. Знаете, я думаю, что здесь можем немножко тоже под другим углом взглянуть на этот вопрос. Его как-то по-другому, знаете, поставить. Мы не хотим, чтобы торговля заканчивалась. Мы хотим, чтобы вот по нам не били ракеты. Мы от этого не умирали. Вот это то, что мы хотим. И это, в принципе, было и до этого сказано. И даже наш президент Владимир Зеленский говорил, что еще до момента полномасштабного вторжения, что ему обещал и Байден, и остальные западные коллеги, что как только Россия что-то подобное сделает, молниеносно будут введены санкции, которые разрушат, и SWIFT мы слышали, и одно, и третье, и другое. Ну, тут я понимаю, о чем вы говорите, что торговля будет так или иначе в любом случае. С другой стороны, мир обязан реагировать на эти прецеденты. Вопрос такой, нам получается от обратного идти, от защиты нас, то есть нам не нужно бить в санкции, нам нужно, получается, бить в ПВО, чтобы нам оружие давали, вот в этом векторе. Да, вот в этом смысле вы абсолютно правы. То есть имеется в виду, нужно, конечно, больше вести разговор о том, чем Украина будет защищаться от Российской Федерации, а потом уже, чем западные страны могут воздействовать на саму Россию и на страны, которые обходят существующие санкции. Просто, понимаете, это я не в том смысле, что я вам критикую вас или не критикую. Я вам рассказываю, как это устроено на Западе. Поэтому вы говорите, нам бы хотелось. Ну да, хотелось бы. И Байден сказал, мы не молниеносно. Вы знаете, Соединенные Штаты Америки перешли за всего лишь год от передачи вам бронежилетов до передачи вам Абрамсов. Это с точки зрения политики Соединенных Штатов абсолютно молниеносное решение. Вот это молниеносно. И это вы должны понимать, что это такое. Потому что когда они в нормальных условиях принимают какое-то решение, оно это занимает от 2 до 10 лет. Вам это передали за год. Это абсолютно беспрецедентная вещь. 54 страны, которые объединились для того, чтобы оказывать вам помощь, это абсолютно беспрецедентная вещь. Я вам напомню, что Организация Объединенных Наций, вот, например, в отношении Израиля приняла там несколько десятков резолюций. Ни одна из этих резолюций не была исполнена Организацией Объединенных Наций. Ну, приняла она их. Ну и что дальше? Вот точно так же в отношении Российской Федерации, которая пришла с агрессией в Украину, Организация Объединенных Наций приняла там 3, 4, 5 резолюций. Вот. Но они в Организации Объединенных Наций не будут никогда исполнены, потому что эта организация так устроена. Вот о чем я вам пытаюсь рассказать. А то, что ваше желание сохранить жизни у украинцев, обеспечить безопасность вашей страны, совершенно нормально и естественно, да.
Но я бы сказал так, если бы у вас была возможность самим об этом позаботиться, если бы у вас был работающий ВПК, который мог бы создавать самостоятельно достаточные системы защиты вашей страны, вам бы было гораздо проще. Поскольку вы не можете этого сделать, вы зависите от, так сказать, доброй воли тех стран, которые вам позволяют. Настолько, насколько они могут себе это позволить, и насколько быстро у них эти решения могут быть проведены. Да, вы от них зависите, и поэтому, увы, вам приходится считаться с теми сроками и с теми процедурами, которые существуют в этих странах. Я позволю себе добавить тот факт, что это все-таки, ну, если будем рассматривать вопрос со всех сторон, не только добрая воля, если уж так конкретно говорить, то у всех есть своя выгода, но, конечно же, я хотел бы сюда включить момент Будапештского меморандума. Действительно, то ВПК, если бы оно у нас было, нам бы было намного легче защищаться, но, конечно, часть вооружений была отдана именно под гарантии того, что у нас будет эта территориальная целостность. И если мы говорим о доброй воле тех же, допустим, американцев, то это сюда давайте тоже и добавим вот эти вот юридические аспекты, благодаря которым это все происходит. То есть отчасти это, конечно, можно назвать и обязанностей. Но в любом случае мы благодарны за эту реакцию, что она есть, что нам помогают. Это мы с вами в ходе обсуждения просто пытаемся рассмотреть вопрос под разным углом. Это я понимаю, что вы не критикуете, я не критикую. Но для полноты картины важно вот обозначивать вот эти все моменты, что это все-таки не только нам и нужно. Вся та защита, которая происходит, она нужна и европейским странам в том числе. Да, конечно, это безусловно так. Просто другое дело, вы же должны понимать, что есть общественное мнение в странах, вот, допустим, я живу во Франции, да, вот если вы скажете там французу, обывателю французу, что он должен затянуть пояс, потому что его страна передаст какие-то значительные силы и средства Украине, которая находится в 1000 километрах или в 1500 километрах от его дома, то для французского обывателя это не автоматическое понимание. Это понимание, его надо убедить в том, что Российская Федерация представляет и для него опасность. Он ее не чувствует. Вот сейчас французские обыватели, у нас сейчас июнь месяц, они готовятся к тому, чтобы идти в отпуска, купаться, загорать на солнце, ходить по горам, лазить там, я не знаю, кататься на скутерах и так далее. То есть жизнь здесь идет абсолютно независимо от той войны, которая происходит в Украине. И этим обывателям, они не воспринимают эту войну так остро, как воспринимают ее люди в Украине, у которых на головы падают беспилотники, которым на голову падают ракеты, которые ведут войну конкретно на своей территории. То есть в этом смысле, конечно, эти обыватели не ощущают эту войну. И, соответственно, те политики, которые принимают решения о помощи вам, они должны учитывать мнение этих своих обывателей, которые являются их избирателями. Вот так устроена, к сожалению, западная демократия, так устроена страна. Вы понимаете, что пока война не пришла лично к вам, ваш дом, вашу семью, это все является абстракцией. Кстати, абсолютно так же это рассматривается вещь в Российской Федерации. Люди, которые находятся за 10 тысяч километров на Чукотке от Украины, их совершенно не касается эта война, пока их сына, брата, мужа не призовут туда, значит, в качестве мобилизованного и не начнут его, значит, пускать в мясных штурмах где-то там на востоке Украины. Вот. В этом случае эта обывательская вещь, которая в России, она работает в вашу пользу, потому что в России тоже обыватель не чувствует себя как бы защищающим реально какие-то там территории российские, поскольку это очень далеко от него. Да, так это работает. Вы сказали, что вы находитесь во Франции, тоже не могу не включить в наш разговор вот эту вот новость. Ну, касаемо, конечно, французов и тому, как им, к сожалению, некоторые политики не помогают понять, что происходит в Украине. Это сейчас говорю о Марин Ле Пен, которая в эфире сказала, что Крым является частью России и не имеет ничего общего с войной в Украине. Ну, такие заявления, конечно, если, допустим, для российского телевизора
телевизора это абсолютная норма, то, мне кажется, для Европы это абсолютный нонсенс, потому что это заявление не просто слова, это поход против фундамента Европы, против права Европы, имеется в виду юридического права. Вот интересно, как бы вы прокомментировали? Здесь прокомментировать очень просто. Во Франции есть огромное лобби пропутинское, в которое входит прежде всего национальное движение Марины Ле Пен, потому что мы помним, что в 2017 году она приезжала даже в Кремль получать благословение от Путина на правление. И, кстати, тогда это сработало против нее. Когда началась огненная фаза войны в прошлом году, все эти путинские прихвостни во Франции заткнулись на некоторое время. Они просто боялись, потому что это стало политически некорректно поддерживать открыто Путина и говорить о том, что, значит, о том, о чем они раньше говорили. Я вам напомню, что эта партия получала кредиты из российских банков, потому что французские банки им отказывались давать такие кредиты. Вот, они были связаны с Россией. Не только, кстати, Марина Ле Пен и Эрик Земур, у нас есть такой близкий к ней по духу политик, а также на совсем другом политическом фронте, а именно левак Меланшон, тоже пропутинец. И у нас во Франции, я уже говорил, кстати, что у Путина большинство, если присмотреться ко всем политическим движениям. Вот. Но некоторое время, там, в течение года, по крайней мере, было политически некорректно высказываться положительно в сторону Российской Федерации. Сейчас потихонечку, к сожалению, происходит общественное мнение французское устает от войны, устает от поддержки Украины, и таким образом Марина Ле Пен позволяет себе вот такие вещи. Но вы сами понимаете, что если она позволяет себе такие вещи, это значит, ее электорат, они же делают социальные исследования, у нас есть социология, у нас она работает, в отличие от Российской Федерации, и они заказывают социальные исследования, социологические исследования, и по этим социологическим исследованиям им говорят исследователи, что ваш электорат поддерживает Путина, и теперь вы можете позволить себе говорить вот такие вещи. И она тогда говорит такие вещи. Раз уж пошли по сомнительным личностям, не могу тоже не вспомнить новость. Сегодняшняя свежая новость. 1 000 000 рублей за каждый подбитый леопард пообещали заплатить внезапно Николай Басков и Григорий Лепс. Вопрос такой, с чего вдруг прямо сейчас это происходит? Это их инициатива или, скорее всего, пришли, надавили, сказали, что, ребята, включайтесь или мы вас включим? Ну, я думаю тоже, что это больше им подсказали, да, так сказать, предложение, от которого они не могли отказаться, потому что это было сказано на Петербургском экономическом форуме. Вот. Но, с другой стороны, было видно по ним, что они, в общем, не очень сильно менжуются, когда они это говорят, потому что, вот, допустим, там, когда президент Казахстана, его Путин вынудил приехать 9 мая, это было видно по лицу президента Казахстана. Да, когда там был какая-то еще встреча со среднеазиатскими странами Центральной Азии и Путина, то вот на лице у президента Токаева, а также в его речах, было видно и была слышна критика Путина. У этих ребят я не увидел никакого сомнения. Вот, так сказать, они просто считали, что своим долгом высказать это дело, это такая абсолютно популистская вещь. Другое дело, что они, ребята, молодые, и это было сказано все-таки в каком-то экономическом контексте, и мне кажется, что они совершили для себя большую стратегическую ошибку, то есть тактически они хотели понравиться Кремлю, но стратегически они могут там через 5-10 лет потерять свой бизнес. С ними никто не будет общаться, или они подпадут даже под какие-то западные санкции. Вот тогда они это поймут. И тогда они придут плакаться и говорить, что снимите с нас санкции, мы не хотели, мы хорошие там, и так далее. Вот. Но, значит, вот это, я считаю, что это, конечно, глупость, вот, а дальше это их решение, их ответственность, что хотят, то и делают. Я думаю, вопрос санкций действительно может быть очень быстрым по отношению к этим лицам. Вот тут интересно, знаете, два таких аспекта. Это заставили из своих денег платить, или это все-таки деньги тех, кто пришел и подсказал им? А второй вопрос – это влияние. Вот все-таки эти люди достаточно известны, их позиция может ли сильно повлиять на кого-то в России?
Ну, про деньги, я думаю, что их заставили платить из своих денег, но поскольку они свои деньги зарабатывают на распиле госбюджета, то, в общем, это понятно, что это деньги из, как это называется, налогоплательщиков Российской Федерации. То есть, грубо говоря, и те, кто им подсказал, и те, кто говорили, они распиливают один и тот же государственный бюджет. Вот, и здесь поэтому, кстати, они могут себе позволить, потому что они знают, что если они скажут, значит, им дадут, может быть, распилить большую часть, чем есть сейчас у них из этого государственного бюджета. Вот, и я так думаю, что это так устроено, получение, зарабатывание этих денег. Вот, а сможет ли на кого-то это влиять? На кого-то может повлиять, потому что они все-таки какие-то там известные люди, у них есть какой-то свой медийный эффект воздействия на внутрироссийскую аудиторию, вот, и может быть на кого-то это и повлияет. Я говорил, что если будем продолжать общаться о сомнительных личностях, то вот Пригожин бросает вызов Путину и российским властям, об этом нам сообщает британская разведка. Ну, тут, конечно, говорится про встречу с военкорами, где Путин поддержал решение Минобороны о подписании контрактов с добровольческими формированиями, такие как группа Вагнера. Однако, несмотря на это, Пригожин заявил, что никто из его бойцов не готов идти по позору. Да, картинка ваша возобновилась, поэтому они не будут подписывать контракты. Ну и, в принципе, риторика Пригожина достаточно интересная. В своих видео он говорит, что я вам сейчас правду расскажу, а не как там, намекая на то, что это вот там все происходит. Тоже хотелось бы услышать ваш комментарий, потому что ситуация завязывается, и вот сюда же можно вписать ситуацию с Делимхановым. Ну, то есть конфликт на конфликте. Да, это интересная ситуация, и она для Пригожина усложнилась, потому что он, в общем, пошел ва-банк, он пошел против Путина. Потому что до сих пор, вот когда были его разделки, там эти истории с чеченцами, там, с Шойгу, с Герасимовым, это были просто, как бы, так сказать, внутренние разборки с его врагами. Но на определенном этапе он сказал, когда Шойгу потребовал от него заключить контракты всех добровольцев из его банды с Российской Федерацией, значит, Пригожин сказал, что Шойгу для меня не является начальником, что было правда, и он мне приказывать не может, что тоже правда. Вот мне может приказывать только один человек, Владимир Путин. И Путин, когда встречался с так называемыми военкорами, он приказал Пригожину, он сказал, что Пригожин должен подписать эти контракты с Министерством обороны. Тут Путин все разрулил, он, кстати, вернулся в свою роль верховного арбитра, который разруливает всякие эти разборки между своими вассалами и составляющими частями своего режима. И тут Пригожин совершенно неожиданно пошел ва-банк и решил возразить Путину и сказал, вот Путин меня попросил, а тем не менее приказал, но тем не менее я выполнять это не собираюсь. И вот теперь это самая интересная вещь. Мы, значит, запасаемся попкорном или там кислой капустой, солеными огурцами, пивом, водкой, кому что нравится, и ждем, что теперь будет с Пригожиным. Потому что, судя по всему, вот если бы мы были в нормальном государстве, теперь должны возбудить уголовное дело Главная военная прокуратура, Следственный комитет, разоружить пригожинскую банду, пересажать их всех и предать суду. Вот будем ждать, как ответит Путин. Путин на самом деле никогда никого не наказывал. По-серьезному. Были там маленькие какие-то вещи, вот там Путин всегда наказывает слабых людей. Всегда наказывает либо слабых людей, либо людей, которые не могут ему ответить, либо приличных людей, либо людей, у которых нет достаточно денег и влияния, чтобы, значит, от этого дела откупиться. Вот. Сильных людей Путин, как правило, не наказывает, никогда не наказывал. И Пригожин относится к сильным людям. И поэтому мы теперь будем знать, потому что если Путин ему не ответит и не накажет Пригожина, это будет означать, что у Путина нет государственной власти, и Путин не является президентом Российской Федерации. А если накажет, то будет. Вот, и ждем развязки.
Угу. Ну, да, действительно, в любой другой стране все бы было логично, но мы сейчас говорим про Россию в текущем состоянии, и, ну, я могу даже, знаете, допустить, вот если все-таки подчиненный Пригожин, подчиненный Путину, почему они не могут, допустим, встретиться? Может быть, встреча? Возможно, ну, теоретически, как бы. Конечно, тут конфликт завязывается, но все же. В один прекрасный момент может же все это испариться, перевернуться с ног на голову. Тем более, что вы очень правильно подметили, что Путин серьезно никого не наказывал. Я здесь могу добавить, что, в принципе, за всю войну каких-то громких дел, относящихся к силовикам, их не было. Поэтому и вот интересно, сюда же, кстати, добавлю последнюю новость, не помню, как прям дословно, но был вручен орден человеку, который вот участвовал в казни украинского солдата. Поэтому, возможно, увидим еще совершенно другую картину. Да, надо будет посмотреть, конечно. Я подтверждаю, что Путин сменил 17 генералов за время начала огненной фазы войны. Но обысков, посадки, вот этого всего. Да, не было ни одной посадки. То есть самое страшное, что сделал Путин за эти 15 месяцев, это отстранил от должности начальника Роскосмоса Рогозина, не предоставив ему никакую новую должность. Вот это самое страшное. Но, опять же, его не посадили никуда. Да, там командующего Черноморским флотом, вот тоже, значит, его вроде отправили на пенсию, что-то в этом роде. Вот это единственное, самое страшное, что было. А всех остальных, Лапина, например, вообще пересадили с повышением, его назначили начальником главного штаба сухопутных войск и так далее и тому подобное. Вот. А, и, кстати, Пригожин переманил к себе Суровикина и Мизинцева, да, которого Путин назначил в прошлом году начальником тыла вооруженных сил, а потом освободил от исполнения обязанностей, потому что он с ними не справлялся. И Пригожин взял, кстати, его к себе на работу, что являлось, на самом деле, уже тогда нарушением субординации, потому что если Путин кого-то или там Шойгу кого-то уволит, то Пригожин, беря к себе его на работу, таким образом оспаривает вообще правомочность такого увольнения. И, кстати, он даже не просто это оспаривал, но оспаривал даже конкретно, он это озвучивал, да, вот он это проговаривал в своем видео, он говорил, что вот замечательный, значит, что этот самый Мизинцев, который там ездил по Дальнему Востоку и находил там какие-то боеприпасы, уже формально негодные к использованию, но тем не менее, значит, он привозил их на войну и говорил таким образом, что вообще он замечательный генерал, а вокруг него только все остальные дураки, Шойгу, Герасимов там и прочие всякие люди. Вот, и прозрачно намекал на то, что Путин вообще всех их назначал. Ведь у нас все, весь генералитет назначается указами президента Российской Федерации. По представлению министра обороны, но указами президента Российской Федерации. Вот. И, конечно, это все дело нам теперь интересно. Мы посмотрим, как Путин отреагирует. И еще раз повторюсь, если Путин не отреагирует, значит, Путин не является президентом Российской Федерации. И если Пригожина не посадят и не возбудят против него уголовного дела, значит, Пригожин пользуется абсолютной безнаказанностью в Российской Федерации, где не работают никакие правоохранительные юридические системы, ну, о чем мы, кстати, довольно давно знаем. Но, так сказать, я все равно это проговорю. Вот. И вообще моя идея такая, что Пригожин давным-давно играет уже в политической области. Он де-факто взял на себя роль этакого народного героя и исполняющего обязанности президента Российской Федерации вместо бункерного деда, который прячется в бункере. И если его не убьют или не посадят, то в следующем году он станет новым президентом Российской Федерации. Такой мой прогноз. Настоящий ли был Путин на встрече вот с этими военкорами? Потому что, как один из них сказал, признался у Скобеевой, что неделю сидел в карантине. Ну и, конечно же, тут меня немножко смутило поведение Путина. Немножко такой слишком уж гопнический стиль, слишком простоватый. Ну и рассадка очень интересная. Прям по обе руки посадили абсолютно неизвестных ему людей, а своих людей он отсаживает, как известно, метров на 5 от себя.
Ну, это старая история, да. Я бы сказал так, что вот этот Путин, который встречался с военкорами, он не подкашливал, а настоящий Путин всегда подкашливает. Вот, и по этому поводу либо нашли новое лекарство, либо Путин изменился. Вот. Но, с другой стороны, вы знаете, строго говоря, нам это без разницы. Настоящий был это Путин, не настоящий, потому что его выдают за человека, который похож на Путина, и поэтому мы будем исходить из того, что это все, что было там сказано, говорил настоящий Путин. Вот. А сказано было там довольно много, в том числе первый раз Путин признал, что все идет не по плану. Угу. Ну, все-таки напоследок, вот история с Делимхановым, как бы вы прокомментировали, все-таки жив или не жив? Он будет жив тогда, когда нам его покажут. Но вы знаете, здесь зеркальная ситуация, потому что Россия рассказывает о том, что ранен Кирилл Буданов. Вот. И пока что мы тоже не видели Кирилла Буданова после заявления Российской Федерации. Хотя был ролик там, но ролик был в записи. Вот. Поэтому здесь абсолютно зеркальная ситуация. Вот. Отвечая на тот вопрос, на который я не успел вам ответить, да. Путин, безусловно, использует эти разборки внутренние между Пригожиным и Кадыровым. Они на самом деле пошли в таком, знаете, в таком особом жанре, значит, пацанские разборки между, значит, группами бандитов, вот, и где Путин, значит, выступает в виде такого крестного отца. Вот, и здесь мне кажется, что это абсолютно стандартная история вот, в фильмах про чикагскую мафию, когда крестный отец, значит, говорит, что ребята, давайте жить дружно, потому что главный интерес – это интерес мафии, а вам надо забыть про ваши распри какие-то, и они, значит, там ему целуют перстень, выходят и начинают опять мочить друг друга. То есть вот это человеческая, так сказать, природа и природа мафиозная. Эти люди не могут, они альфа-самцы, вот Кадыров и Пригожин точно абсолютно альфа-самцы, и они точно так же, как коты и там, я не знаю, там собаки, они не могут друг с другом жить по-другому. Это гены так устроены, они должны постоянно грызться между собой. Благодарю вас за уделенное время, за ваши ответы. Ну и по поводу заявления о том, что что-то с нашим главным разведчиком Кириллом Будановым не так. Ну, конечно же, по умолчанию воспринимаем как ИПСО, потому что верить россиянам себе дороже. Столько раз они уже говорили о том, что и Залужный ранен. Ну, этих фейков не счесть. В любом случае, да, благодарен вам за ваше уделенное время и за эту дискуссию. Спасибо. Сергій Жирнов, старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ, долучався до ефіру 24-го.